Да, морозы до 43 градусов и сильные осадки. В Казгидромете сегодня озвучили безрадостный прогноз на ближайшие 3 дня. По данным синоптиков, зима в Казахстане начнется довольно сурово из-за южного циклона. Практически на всей территории страны уже в ближайшие дни пройдут сильные осадки. В горных районах юга и юго-востока ожидаются снег и дождь. На юге гололед, а вот на север, восток и центр придет метель. При этом по всей республике прогнозируют туман и усиление ветра. Придут и морозы. К самым суровым следует готовиться жителям восточных регионов. Там столбики термометров опустятся до 43 градусов со знаком минус. Температура воздуха ночью на западе страны 5-15 градусов мороза, на северо-западе 10-28 градусов мороза, в северных регионах 15-25 со знаком минус, в центре страны 5-20 градусов мороза. На востоке республики 33-43 градусов мороза. В конце периода повышение до 20-30 градусов мороза, на юге 7 от 7 мороза до 3 тепла, на юго-востоке повышение от 5-15 мороза до 0-8 градусов мороза.